Ну вот, я новый лейаут сделал себе. Немножко перебор дороги сделал. Теперь так вот будет у меня. Сейчас выключу этому гаду звук. Я взял стандартный марклинский дизайн и увеличил его на 0.5 метра. Я прибавил себе 50 сантиметров дороги. Ну, моя чашка кофе, как всегда, заебись. 2 вечера это строил, уже тут немножко поля сделал туда-сюда. Сейчас буду все вклеивать, вделывать, впидорасивать. В общем, щебеночки посыпем, балластиков. Не взял я вот эти вот 1.5 метра последние, надо будет сделать это как-то. Ну вот, как-то руки не доходят, телек перевешивать и все, блин, ебли, блин, как у вас ловуши. Но, в общем, о, баранов нашел у себя, разбирался, там еще одна корова есть, так что что-то сделаем с ними. Инопланетян и ферму оставил, потому что тут траха-баха столько, чтобы это все, блин, вырвать, переделать, переклеить. Решил оставить, думал ее туда втюрить, но не стал. Тут что-то еще придумаю, это еще, как бы сказать, не готовое. Я все вкрутил, сделал, в общем, ничего не движется. Можно бить туда-сюда, там прыгать по этим рельсам к матери ее. Ну, в общем, работы еще до хрена. На следующей неделе будут новые поезда у меня, которые приехали по заказу. Так что, ух, будет весело. У меня день рождения на следующей неделе, поэтому я заказал себе пару новых поездов. Зачем иначе работать? Ну, поезда, блин, строить, что-то делать. Сегодня ходил на коп, с утра вернулся к 3. Славно покопал я. А сейчас вот буду заниматься художеством. Видите, я тут небольшой ресайклинг делаю некоторых вещей. Ну, как бы сказать, военная техника, Шольц ее везет. Ух, красивый поезд, один из моих любимых. В общем, так, не знаю еще, верну ли я вообще станцию или сделаю, как бы сказать, более индустриальный дизайн. Подумаю, еще подумаю. Но то, что я 0.5 метра прибавил к этому бану, это круто. Он должен был быть вот такого размера, там написано. 240, у меня 290 сантиметров длиной получился, значит, 2,9 метра. Ну что, круто? Я думаю, круто. Зато весело будет. Всем удачи, всем привет. О, даже, может, свой, этот, где порнофильм снимают, кладбище куда-нибудь поставлю, куда-нибудь в хорошее место. Ой, а то, что я оттуда достал, все стоит там где-то. Ай, бля, когда работать. Фуф. Ну, в общем, так. А то они и выходные. За 2 вечера я все разобрал и собрал по новой. А сейчас будем наслаждаться нашей новой железной дороги. В общем, что-нибудь да сделаем. Вот так это сейчас выглядит.